А сейчас, ребят, будет контент. Группа Måneskin, победители Евровидения и в целом ребята, которые очень знатно хайпанули в последнее время, выпустили клип буквально сегодня на трек I Wanna Be Your Slave. Он находится на вкладке в тренде на втором месте. Там уже 1 000 000 лайков, 7 миллионов просмотров. В общем, хорошо стартовал клип. И давайте его посмотрим. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a... С яблоком красивый кадр, из которого лезвия торчат. Прям эффектно. Этот кадр очень напоминает мне... Блин, как же назывался клип... трек Рамштайн, на который клип на пляже это был. Ну, короче, Рамштайн — пляжный клип, замечательный. Вот прям очень устойчивая ассоциация. Gangster, 'cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, now just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. Мало нынче таких коллективов, мало настолько дерзких команд, настолько безбашенных, бескомпромиссных. Трек-то обычный, с одной стороны, музыкально. По тексту дерзко очень. И видеоряд невероятно дерзкий. Поэтому нравится. У меня такое ощущение, что я смотрю гачи ремикс по количеству слов Master, Slave, Dungeon и все прочее. Ребят, типа, это за вас сделают, причем с любой вашей песней, можно не напрягаться. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. 'Cause I'm the Концовка классная. Ну и в целом, ребята с очень большими яйцами, ничего не боящиеся, безбашенные, бескомпромиссные черти. За это их любят, за это от них многие плюются. Но очень дерзко, очень наполнено классными сексуализированными образами, такими вот не гламурными, а более натуральными, что свежо смотрится, действительно свежо. То есть это прям, ну реально такой вот гачи-клип на гачи-трек. Я, наверное, слушать такое не буду, потому что если мне хочется тимачного музла какого-то послушать с всяким BDSM-уклоном, то я скорее там Трента Резнера включу или Эдмунда Шклярского. Но я понимаю, что это найдет своего зрителя, это найдет своего слушателя, и это очень круто сделано. Это очень классно снято, очень классные локации, там с прозрачным полом, прикольные подсветки цветные.
все очень неожиданно. И все едет на харизме вот этого парня, Дамиана его, кажется, зовут. Он безумно харизматичный. То есть он тащит чисто свои харизмы и даже, ну, довольно посредственные кадры. Как вообще относишься к мимитичности в культуре гачи? Ну, прикольно. Есть шедевры бесспорные, есть говно полное. У нас был контент, были стримы по гаче. То есть, ну, я нормально отношусь. Пишут, да нет, они в группе все крутые. Они могут быть крутые сколько угодно, но едут они на харизме своего вокалиста. Клип описывает вчерашний советник. Да, вчера, когда у нас нюц четверг полетел и вышел из-под контроля, когда все стали кидать нюцы, да, было что-то подобное.